Я приехал на перекодировку спустя 2,5 года. Первый раз я лечился, через полгода приехал на подкрепление и сейчас приехал на перекодировку. 2,5 года я уже чистый. У тебя период возвращения к жизни, в жизнь, вернее, нормальную, трезвую, как он проходил у тебя? Проходил стабильно, ровно. Почему? Потому что супруга, во-первых, не выпивает вообще, во-вторых, не употребляет. Нам было в этом легче, потому что она поддерживала меня. И вместе этот путь проходили. А вот относительно того какого-то окружения? Окружение, скажу сразу, нужно менять кардинально. Не встречаться с употребляющими ребятами, потому что до поры до времени придет это опять глубокое употребление. Полностью нужно исключить круг употребляющих ребят, потому что где-то будет лазейка. И опять же, избавляться от всего, я для себя понял, избавиться от всего, что меняет сознание. Почему? Потому что если оставить лазейку, где-то выплывет одно, за ним второе, третье, и так начнешь разрушаться. У тебя были сложные какие-то ситуации жизненные за это время? И как ты от них уходил? Мысли не пробивали, не проскакивали? Мысли были, воспоминания, эйфорическая память. Но в чем плюс центра? Он мне помог. Это сеансы, шокотерапия. На мой взгляд, для меня они выбили эйфорическую память, которая развивала дальнейшее употребление. Это больше связано с тем, что эйфорическая память меня дальше развивала, и я ехал, употреблял. Это у меня, дай бог, уже на сколько времени это уже прошло. И у меня ее нет сейчас. И даже ехал сюда на перепрошивку, у меня не было никаких мыслей, и нет. Иногда говорят, что слишком когда хорошо, то тоже вот человека это повод как к срыву. Как ты, когда тебе все хорошо, все хорошо. Слишком хорошо, не знаю, так получилось, вышло, что я нашел любимую работу, она мне очень нравится. И я внедрился полностью в нее. И до сих пор я дальше продвигаюсь по ней. И это меня, ну, в какой-то степени тоже сдерживает. Почему? Потому что работа очень ответственная, работа с людьми напрямую. И я не думал. Я думал о работе, о семье. Если я это не буду продолжать делать, не быть семьей, то все превратится опять в употребление. Какие, вот, на твой взгляд, твои достижения за... Достижения вырос дипломированным мастером своего дела. Так сказать, я делаю красоту людям. И мне это удовольствие. Семейные отношения? Семейные отношения трезвые. Супруга поддерживает. Супруга сама мастер. Тоже с людьми работает. Есть какой-то свой бизнес. Мы его держим. И вместе справляемся. Где-то ездите, отдыхаете? Да, были уже в Египте, и в Турции, и в Будапеште, и в Кракове, и в Вене были. Ездили в туры. На мой взгляд, трезвая жизнь – это лучшее, что для меня. Потому что что меняет сознание – мне плохо. А когда у меня сознание трезвое, мне хорошо. Как ты смотришь на тех людей, которые в движении, как вот ты замечаешь? Один человек у меня был, с которым употребляли, у него была ремиссия какое-то время, но последний, наверное, где-то месяц назад я увидел его, он реально был в употреблении глубоком. Угу. Я так подумал спросить, потом не увидел там вообще никаких даже, просто привет пока и побежал. Не пытался он тебя, нет, остановить? Ничего. Я не стал его остановить, потому что я видел, там бесполезно. Ну, смотрю на людей с опаской, потому что
я избегаю таких людей. Я не хочу быть там вперед, давай или чисть. Никто этого не поймет, пока, на мой взгляд, пока глубоко не пойдешь в грязь, имею в виду наркотик, тогда ты не ощутишь, что надо трезво жить. Что ты хочешь пожелать, что можно пожелать вот из своего уже опыта тем людям, которые в проблеме, да. Их родным, да. Которые, у которых дети или там. Да, супружеские пары. По своему случаю я хочу сказать, что реально жена нашла этот центр, она помогла. Мы приехали с ней, вместе прошли. Я сделал кодировку и советую ребятам сюда. Почему? Потому что меня изменило. Я проходил и центры, три центра мне не помогли, в которых я был по много месяцев. Здесь я пробыл месяц, потом приехал на подкрепление и сейчас на перепрошивку. Ну, подкрепление у тебя же никаких проблем не было. Подкреплений. Просто подкрепление психологически. Надо, психологически, да. Угу. Ну и на тот момент у меня не было никаких. Угу. Советую сюда. Почему? Потому что шокотерапия, сеансы, общение с психологами, психотерапевтами очень помогает. Как для меня, мне помогло. Я очень доволен. Угу.